Первый этап фестиваля уличного искусства «Urban Morphogenesis 2020» проходит с 1 по 25 августа в Челябинске. Участие в нем принимают 11 граффити-райтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Калуги, Благовещенска и подмосковного Одинцова. Организатор фестиваля, президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин, отметил, что в график работы художников вносит коррективы погода. В 2020 году организации проведения второго фестиваля «Urban Morphogenesis» были осложнены пандемией коронавируса. Это не позволило зарубежным граффити-райтерам принять в нем участие. Также сократилось число городов-участников.